Добро пожаловать в Серебряную Лигу, с вами Вайми и все как обычно. Возможно, мне все-таки стоит играть кем-то конкретным, но нет, я не хочу играть кем-то конкретным. В комментариях к последним нескольким видео я видел, что люди жалуются на уровень противников низкий. Проблем здесь две вообще. Во-первых, я не могу с этим ничего сделать, то есть каких дают, таких и дают. Во-вторых, уровень он показывает абсолютно ни хрена, потому что он, по сути, показывает только, ну, наигранное время, скажем так. То есть он на скилл никак не влияет, и наоборот. То есть у меня 20 уровень, потому что я какое-то время играл там в 2 на 2 несколько игр, в 1 на 1 вот несколько игр, против АИ несколько игр, это тоже повышает уровень. У этого парня 9, значит, он играл просто меньше игр. Конкретно в Heart of the Swarm, конкретно, ну, я не могу сказать, что в этом сезоне, или... Хотя, возможно, кстати, и до Heart of the Swarm тоже учитывается, я не знаю. Я уже говорил, что я очень долго не играл до Heart of the Swarm, и... И тем более у меня он был на другом аккаунте. Ну, вот этот парень, видимо, новый новичок. Он, по крайней мере, так пишет. Я ему не верю. На самом деле, это, наверное, какой-нибудь корейский про. Supply. Еще рабочие. Он протос был, правильно? Да. Окей. Ну и в разведку этого рабочего тогда. Что делать терм против протоса, я не особенно знаю. Наверное, пехоту и танки. Что-нибудь такое. Гелионы точно не нужны. Мины хорошо работают, да. По крайней мере, пока у него не будет детекта. Тогда я криво строю барак, потому что к нему не получится построить реактор. Ну ладно, потом передвину. Но экспо у него, конечно же, нет пока что. Это было бы довольно странно, если бы она у него была. У него есть гейт, у него есть пион. Ну, все, в принципе, нормально. Хотя пион, по-моему, рановато. В принципе... Буду там пока кататься. И мне нужен газ. Мне нужно много газа. И мне нужна будет орбиталка, но пока что мне нужен еще один supply. И мне нужно перенести. В принципе, вот так вот сойдет. И построить Марина. Киберкор. Ну, в принципе, стандартный опенинг. Сейчас там появится Зеват, который будет меня гонять. Орбиталка. В принципе, наверное, стоит уже ставить еще один газ. Реактор. Он гоняет моего рабочего. Так, и мне нужно поставить факторку, на которую мне пока что не хватает газа. Ладно. Вау. На самом деле это хорошо, потому что он пробками меня гоняет, то есть они у него не копают какое-то время. Это ошибка, особенно когда Зеват там уже есть. Ну, в принципе, все нормально. Так, у меня этот рабочий какое-то время простаивал. Но это не важно, потому что я им собирался поставить факторку. В принципе, можно было это сделать позже, а до этого его отправить на арес обратно. Пока что, в принципе, мне должно хватить этого одного рабочего здесь. В принципе, удобнее было бы сделать так. Ну, в принципе, в смысле, неудобнее, а просто эффективнее. Еще пару маринов можно построить, можно отправить их сюда. И надо бы уже экспу ставить. Экспы — это хорошо. И, в принципе, можно воткнуть бункер сюда, чтобы просто, если он рано придет, отбиваться. Надо бы марина на башню. Так...
Ну и пусть будет бункер, почему бы и нет. Если что, его потом можно в любом случае продать. И мины. И суповай мне нужен. Что-то я про них забыл. Так. Техлабу, чтобы сделать щиты и стимпак. В принципе, наверное, можно было оставить вот эту вот Марину здесь и строить бункер только когда я увижу, что там что-то пойдет. Но я могу не заметить, что там что-то пойдет. Или оно может пойти не оттуда, а с пилона где-нибудь. Так что это немножко более рискованно было бы. Я забываю строить рабочих, как обычно. Ну, почему бы не мародер? И если мародер, то, наверное, стоит стимпак сделать сразу. Замедление, оно, конечно, крутое, но... Даже не знаю, стимпак, по-моему, полезнее. С суплаями пока что все нормально. Стоит еще один барак воткнуть. Можно закопать мины где-нибудь вот здесь. В принципе, можно было бы пойти в атаку сейчас со всем, что у меня есть, но я думаю, это не самая лучшая идея. Так, еще мины. Да что у меня с камерой происходит? Почему, когда я нажимаю среднюю кнопку мыши, она у меня иногда перемещается? Хрен знает куда. Это нужно тоже забендить. Я сказал мола. И, наверное, старпорт уже пора. И, наверное, пора еще пару бараков. Потому что ресурсов хватает. Еще одну техлабу. Нет ли там чего-нибудь на башне? А то я вражескую взял, а с ближайшую нет. Газ мне пригодится еще один. Здесь мне нужно отправить еще одного рабочего. А здесь можно строить еще... Еще суплай можно строить. Старпорт надо перенести, потому что мин мне так уж много не надо. Хотя, возможно, надо, и я ошибаюсь. Но пока что я такую дорожку из мин сделаю. А сам построю медиваки. Так, мне нужен еще один, еще одна техлаба и один реактор. И мне бы стоило поставить зенитку где-нибудь. Так, для нее нужна инженерка. Две инженерки мне нужны, чтобы делать апгрейды. Потому что я боюсь дарков. Наверное, мне стоит просканить его. Только строится совет, так что с дарками пока что никаких проблем не будет. И куча стаутеров и немножко зеотов. Первая атака. Окей. Поставлю здесь техлабу, чтобы делать танки и чтобы сделать апгрейд на мины, например, на закопку им более быстро. Так, это достроилось, это тоже достроилось. В принципе, если у него только строится совет, можно какое-то время не ставить турели. Потому что дарков так уж быстро не будет. А зато нужно все-таки строить суплаи, про которые я очень почему-то сильно забываю сегодня. Пойду посмотрю, есть ли у него база. А, и мне бы уже пора еще одну базу делать. Суплаи. Как я их ненавижу. Так, ну здесь достроились, так что какое-то время у меня с лимитом все в порядке будет. Но я сейчас его трачу в огромных количествах, потому что у меня куча зданий производящих. То есть я вот уже забил почти все, что построил только что. Но я потратил все свои ресурсы. Это хорошо. Это хорошо. Да, там есть какая-то база. Давайте подходите поближе чуть-чуть. Да.
Я люблю мины. Пожалуй, я даже поставлю еще одну факторку для мин. И мне нужно добывать здесь газ по массе. И мне уже стоило бы, наверное, все-таки поставить эту тюрель здесь. И, возможно, еще и где-нибудь здесь, потому что может прийти дроп. Но, в принципе, я просканить могу, если дроп придет. А отсюда уже пора рабочих сюда вводить. Здесь уже почти достроилось. Я бы даже поставил еще один комп-центр сразу же. С планетаркой вот сюда вот. Так что, почему бы и не сделать этого? Это на тот же хоткей. Ага, они убили эту мину, у них есть обзы. Почему бы не сделать вот так? Хотя нет, у них же есть обзы, так что они все равно ее увидят. Ладно. Все бинды правильные. В принципе, нет, мне все еще здесь нужно рабочее. Ну, в принципе, так нормально. Еще один газ. Это будет планетарки. В принципе, можно пойти просто дропнуться на него. Танк стоит разложить. Рабочего стоит послать что-нибудь делать. Например, строить суплай, потому что они сейчас снова кончатся. Нет, я думал, у меня два рабочих выделено. Кончились. Ну и в принципе я, пожалуй, пойду нападу на него дропом. Таким не полностью, а три медивака вот. Это, во-первых, немножко мне расчистит суплай. Во-вторых, возможно, я его просто убью этим дропом. И в принципе, да, эта игра довольно унылая. Похоже, получается. Если только у него там нет дарков, которые убьют мой дроп без проблем вообще. Ну, в принципе, у меня есть скан. Также я хочу узнать, есть ли что-то здесь. А, нет, здесь ничего нет. Ну, тогда дроп вот сюда, а один дроп, чтобы мы повезем на мейн. Вместо этого. Имморталы, зелотые сталкеры, которые застряли. Быстрее лети на мейн. Даркшрайны и колоссы, окей. Мина, закопаться и убить всех рабочих. Ну, 6 штук норм. Там меня убили. Здесь я, в принципе, убил всех рабочих и можно сваливать. Ну, минус сейчас он, скорее всего, да, убьет обзом. Нет, не убьет. Он ее начал убивать и свалил. Окей. Так, ну, викинги, наверное, если там колоссы. И продолжаем такое био. Мне нужна армори. Мне нужно часть рабочих перевести куда-нибудь. А, я третьим промазал. Окей. Мне нужно здесь больше газа добывать. Мне нужно строить мины и танки. Мне надо бы еще пару старпортов, наверное. Почему бы и нет? Я тогда смогу делать рейвенов. Да, нашли все-таки эту мину. В принципе, кстати, можно сделать такую хитрую вещь и закопать мину здесь. Чтобы не дать ему отэкспаться. И вот здесь. Ну, просто не только чтобы не дать, но еще и чтобы видеть, где он экспится, если он это будет делать. То есть просто контролировать экспанды. Армори достроилась. Можно сделать броню, наверное, лучше. Потому что у меня медиваки всякие. Часть рабов увести. В принципе, здесь можно еще парочку увести. Здесь надо бы газ уже добывать. Еще построить рабов.
Еще пара викингов не помешает. Суповая, 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 суповая. Вы трое строите суповая. И вы трое тоже строите суповая. И нет, потом вы пойдете не туда, а туда. Ага. Армия. Два колосса, немножко всякой разной другой фигни. В принципе, этот бункер мне вообще нафиг был не нужен, но почему бы и нет. А двух викингов мне не хватит на это. Трех, в принципе, тоже. У меня там танки, у меня тут армия. Как-то не очень, по-моему, получается. Но, с другой стороны, у него не так уж много всего осталось. А, у него там дарки как раз тоже. Но я проигрываю. Блин, у меня дроп еще отлетает. Эти мины мне абсолютно не помогли. Блин, вот мне не хватило викингов, по-моему. Но сейчас они уже не помогут. В принципе, я все еще жив. Мне можно было бы поднять эту... Нет, базу я уже увести не успею. И танков у меня здесь наверху нет. Но у него всего два колосса осталось и очень мало... Нет, три колосса и очень мало обычной земли. У меня сейчас куча викингов прилетит. Ну, четыре это куча. Черт, вот оно идет туда, если это будет некоторой проблемой. Я не хочу терять ту базу. Так, пока колосс. И вот это вот еще как минимум нужно снести. Нет. Готов. Тюрели здесь. Мины, в принципе, наверное, нормально стоят. Вот эти три медивака здесь ненормально стоят. Я еще не сдаюсь. У меня куча ресурсов. У меня есть немножко викингов. Я, в принципе, могу построить еще больше викингов. Надо ставить... Техлабу. Все, он ушел, что ли, вообще? И не стал меня добивать, странно. Ну, тогда я могу снова отэкспиться. Если там дарков нет. Здесь вроде нет. Почему тут три рабочих поехало? Идиоты. Нет, он даже дарков здесь не оставил, вроде бы. Так, мне нужны факт... Блин, мне не нужен викинг в выделении. Мне нужны факторки. Мне нужно строить в них танки. Я думаю, танки меня спасут. И Рейвен, один. Еще пара медиваков. Третью экспо я пока занимать... А, вот он опять идет. Он опять идет вниз. Отменить. Колосс готов. Ай, блин, нет, это не то. Скан! Чёртовы дарки.
И колосса там еще есть. Нет, этот матч я, скорее всего, не выиграю. Да. Ну ладно. Посмотрим. Левый шестерн. Ну, в принципе, у меня здесь все плохо. В любом случае. Я даже не очень хочу смотреть РП. У меня, в принципе, не очень хороший билд против этого. То есть, во-первых, у меня викингов очень мало было, когда он в первый раз пришел. Если бы у меня их было много, ну, штук 6-7 хотя бы, я бы мог убить этих хаосов и дальше отбиться без проблем от армии. А с тремя викингами я там, или сколько у меня их, 2 было, или 3, я ничего с этим не мог сделать. И, по сути, мне хаосы убили всю армию. И из-за этого я уже проиграл на тот момент, на первую его атаку. То есть с остальной землей, с всякими там сталкерами, зелотами и мортовыми, пехота отлично справляется. Но вот колоссы пехоту очень хорошо убивают, так что нужно иметь викингов к их приходу, но у меня их не было к этому моменту просто. Да, как-то так. Ну, в принципе, здесь мне все ясно, то есть он занял вот эту вот экспо потом, вот эту. После того, как меня отсюда мои мины прогнал. Скорее всего. Точнее, как после того, как отсюда уже мины прогнал. Прямо перед тем, как идти в атаку. Из трех баз победил. У меня, в принципе, у меня по экономике-то преимущество было, но я его не использовал, потому что у меня там скопилось 4000 ресурсов. И поэтому я проиграл. То есть поначалу все хорошо шло. Вот эту вот экспо вовремя. Ну, то есть она ранняя, но она вовремя. Я видел, что там никакой раш не собирается. И поэтому это нормально ставить такую раннюю экспо. Второй барак. Тут вот у меня уже начинают скапливаться ресурсы. И я их не успеваю тратить. Но, в принципе, я ставлю еще пару бараков. На это уже должно как-то тратится больше ресурсов, по несколько суплаев сразу. С суплаями у меня были проблемы, но у меня за терра всегда проблемы с суплаями. Медиваки. У него в это время уже есть экспо, но это понятно. У меня в это время здесь мина рядом с его экспой. Вот я пришел проверить. Убил ему одного сталкера миной. Он обзом эти мины увидел, снес их. Одну, по крайней мере. Здесь у него еще один обз зачем-то. Ко мне он, кстати, обза никакого не послал. Или я его не вижу. Но на моей базе нет обза вроде. В принципе, я могу это сделать вот так. А, да, он что-то видит на моей базе. Видимо, он так пролетел обзом и улетел. Или умер. Так, нет, мне нужен общий вид. Это мина 7 фрагов сделала. Или больше. По-моему, больше. Реплей на X8 просто жутко тормозит. Вот он сюда пришел, убил эту мину. Вот у него здесь 4 колосса, по сути. И все со всем остальным я без проблем смогу справиться. Хотя у него апгрейды хорошие. 3-2. И я дарков не увидел. То есть здесь дарки тоже очень сильно помогли ему. И поубивали кучу моих войск. Но вот эти вот 3 викинга ничего не могут сделать против 4 хаосов. То есть они их убьют когда-нибудь. Но к этому моменту я уже потеряю всю армию. Но в принципе я здесь довольно хорошо так отбился, я бы сказал. То есть я убил часть его армии. Если бы у меня еще что-то было, то это было бы хорошо. Но еще вот эти вот мины кривые совершенно стоят, и мимо них все прошло. Ну и, по сути, в этот момент я уже проиграл дальше, я уже просто пытался как-то выжить. В принципе, учитывая, что у меня 4000 ресурсов, я в теории мог бы здесь построить что-то, чтобы отбиться, но у него тоже 3000 ресурсов. Так что дальше уже просто у нас одинаковое количество ресурсов, только у меня одна база не работающая, потому что здесь нет уже никаких ресов, а у него 2. Одна из которых тоже, правда, не работает. А это он так и не занял, странно. Ну, возможно, он и потом занял.
Посмотрим. Нет, он просто еще армию собрал. Пришел сюда. Зачем-то ушел. Здесь он меня вполне спокойно мог бы добить. Вот он занял все-таки эту базу. Еще здесь что-то доделал. Проверил вверх и еще раз пришел и убил меня уже. Ну да. Ну, по сути, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока.